Скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? Мы ходили на рассказ Шукшина. Скажите, пожалуйста, что вам понравилось, что не понравилось, какие ощущения, какая игра актеров? Не, нам, безусловно, понравился спектакль, но что-то проблемы со звуком все-таки. Мы сидели достаточно близко в партере, но совершенно ничего не было слышно. То есть просто... А какой ряд вы сидели? На девятом. Да, потому что многие люди вот говорили, что на балконе не слышно, там, а что для амфитеатра первый ряд? Нет, там только вот серединная полоса, туда, возможно, идет звук. А так просто ужасно. То есть кто-то почесался, ты уже ничего не слышишь. То есть это очень раздражает. В целом, конечно, стоило, стоило. Мы давно на него стремили. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Безусловно. Родственникам, знакомым? Безусловно. Ну, я думаю, что как бы, вот эти вот заслуги Миронова, они, ну, они как бы не напрасные. Вот эти все награды, действительно, это ну, уникальный артист. Но он не один там. Вот что интересно, что спектакли там все личности. Ну, и Хаматова, и все остальные. И мне кажется, что все-таки, если эта проблема есть, вот эта со звуком, может быть, как-то поработать со сценической речью. Они должны более четко говорить свои. Ну, просто нравится место. Тогда это будет вообще просто шикарно. Не будет вот этого напряжения, когда ты сидишь и слушаешь, там пытаешься понять, ну, что это. Нет, безусловно, здорово. Вообще все это музыкальное сопровождение народа. И как-то вот ощущение создается о том, на самом деле, в какой обстановке, в каких краях творят машины. Очень хорошее впечатление, необычное. Спасибо вам большое. Спасибо.